Подростки из отрядов мэра смогут трудоустроиться летом в коммерческие организации. У ребят есть возможность поработать в сферах IT, гостеприимства, курьерской службе и в других направлениях. Работодатели, принимая юных на работу, при определенных условиях смогут получить возмещение затрат. Мы предлагаем им принять на работу подростков стандартно на 2 недели с выплатой заработной платы за отработанное время, отобрать себе лучших ребят в возрасте от 16 лет и принять участие в программе в рамках 362-го постановления, по которому идет возмещение затрат за трудоустройство молодежи от 16 до 30 лет. При трудоустройстве таких граждан от ФСС работодатель по истечению 1-го, 3-го и 6-го месяца работы получает возмещение затрат.